Бля, если бы не пинг бы, да, и бы три палки было бы вообще четко. Косяков бы никаких, блядь, не было. Игра идеальная. Читеров. За всю игру, что я играю, я всего троих увидел. Похуй, Но я понял. получается, За лол. инсайт. Блять, Инсайт неохота минус. ничего активировать. На, Ну. потом дробь активируй. Инсайт минус. Мне походу подел просто. БТ. Ой, БТ вообще пустая. Да уж. Монтажка пошел в раз. Пиздец, они что, АФКшили? Нет. Один вообще этого нахуй заебался убивать лагеря, он, блядь, нахуй лагает, блядь, бегает нахуй, по всей карте. Одного нахуй на Уже кого-то инсайне забрал. кикает. Ну похуй. Этот есть. Себя два респа. Инсайт опять минус. Бля. Нахуй я сюда поставил этот пак на дым? А чё? Да путаюсь, блядь. Квадрат. Да я сдох уже. Класс квадрат. Хоть ты слил Слышишь? логгеры такие, ты посмотри. Вот знаешь, в чем косяк? Тут можно без пака на дым играть. Если бы не одно но. Если бы не пинг. Может, тебя в дыму выносят? А хотя бы когда пак ставишь, хотя бы есть преимущество того, что ты убьешь. Но. Потому Пиздец, что... то нуба нахуй найти, что ли, нахуй не можете? Ебаный в рот, он нуб. Просто нуб-то. Кемпера зовут. Понятно, блядь. Еще из бочки. Ебал, он лагает. Да, так там нахуй два лагера таких. Хотя у них, блядь, пинг, посмотри, полный, но. Хуя ты 1-5. У них полный. У нас с тобой. 5-1. Но у нас с тобой мы с российских айпичников же. Ну да. Эштерю. Чё, давай! Где у тебя счёт 1-1? Пак Сколько дает дома уже? преимущество. Ну. Преимущество среди пинга. Пошли со мной на инсайд. Да вот так вот пошли, смотри. Ну иди нахуй. Один есть, вот, семерка. Он убежит. Избежи, блин. Пользователь покинул твой канал. Ты чё, сдох? Блять, это... О, у меня крак.